Один случайный прохожий услышал, как в мусорном баке кто-то невыносимо пищит. Находка была ужасающей, семь новорожденных щенят из последних сил плакали, умоляя помочь. Только благодаря проходящему мимо парню, маленькие жизни удалось спасти. Парень по имени Джон услышал пронзительный писк, проходя мимо мусорного бака, недалеко от магазина в городе Индио, США. Там, связанные в пакете, еще слепые крохотные щенки отчаянно бились за жизнь. Джон действовал быстро, он сразу открыл пакет и отнес семерых слабеньких малышей в магазин, откуда их забрали сотрудники местного приюта. Так выкидывать щенков, вопиющая жестокость, говорит сотрудник центра, Крис Майер. Особенно сейчас, когда существует так много приютов, куда их можно отдать. Это отвратительный поступок. Полиции удалось поднять записи с уличной камеры наблюдения, установленной у магазина, и обнаружить виновных. На кадрах было видно, как из подъехавшего к магазину джипа, выходит женщина, с небольшим пакетом. Далее, она небрежно бросила пакет в открытый мусорный бак, и быстро удалилась с места. Эту жестокость не оставили безнаказанной. Полиция сразу начала поиск женщины с видео. Тем временем за малышами ухаживали в приюте. Однако для крохотных трехдневных щенков, нуждающихся в чутком уходе и кормлении по часам, у персонала было недостаточно времени и места. Тогда их согласились принять в центре для котят Миооозриск. К слову, виновных спустя несколько дней женщину, которая выбросила щенят в мусор, арестовала полиция в доме арестованной нашли 38 других собак в запущенном состоянии. Все животные были переданы в организацию Риверсайд Каунти. Сейчас щенята находятся под чутким присмотром заботливых опекунов и восстанавливаются после ужаса, который им пришлось пережить. Волонтеры делают все, чтобы эти малыши всегда были накормлены в тепле и любви. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.